81-й БТРЗ – ведущее предприятие по капитальному ремонту колесной бронетехники и ремонту дизельных двигателей. Завод является одним из крупнейших налогоплательщиков. За два последних года в строительство производственных участков и модернизацию существующих инвестировано 516 миллионов рублей. Создано 195 новых рабочих мест. Предприятие разместилось почти на 17 гектарах. В производстве занято более 1000 человек. Среднемесячная зарплата около 34 тысяч рублей. С удовольствием ходим на работу. Очень благоприятные условия труда у нас. Держимся за свою работу, дорожим своим предприятием. Относимся к заказу на сегодняшний день. Выполнению вот заказа относимся со всей ответственностью. Гордость завода – более 20 трудовых династий. Здесь трудятся целыми поколениями. Деды, отцы, сыновья, внуки. Старшие уходят на заслуженный отдых, и их место занимает молодежь. У нас династий очень много на заводе, и оно приветствуется, поддерживается и руководством. У нас есть, более подробно, наверное, там в музее можно узнать информацию. У нас династии такие, как Тарасовы, допустим, отработали более 100 лет, насколько я помню. 17 февраля 81-й БТРЗ посетил глава Армавира. Градоначальник пообщался с рабочими, поинтересовался условиями труда и пожелал трудовому коллективу продолжать держать марку. Андрей Харченко предложил заводчанам рассмотреть возможность осваивать новые виды продукции, которую можно было бы использовать не только в военно-промышленной сфере, но и в гражданской, к примеру, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Александр Ифанов, Евгений Холманских. Специально для телеканала РЕН-ТВ «Армавир».